Дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня у меня такой экспериментальный ролик, который может превратиться в дальнейшем в очень крутую рубрику. Значит, со мной сегодня в гостях Рома. Ну, кто смотрит лайв-канал, те его все знают. Ну, а на основе он меня иногда стримит, КС-очку. Короче, друзья, рубрика эта пошла от донатов кому-то другому, но не себе. Я приведу пример. Вот ко мне приезжал брат, просил меня всегда... Он просит всегда меня задонатить у него... любые акции, которые есть в магазине. Ну, естественно, я ему не могу отказать. Но в один момент я сказал, заслужи этот донат. Давайте я сделаю какой-то челлендж, какое-то задание. Выполнишь его, я тебе куплю эту акцию. Сегодня я хочу дать задание Роме. Я ему куплю в магазине акцию. У него есть вот такая вот акция. 5 мегабоксов, 360 гемов. Короче, он может, ну, нормально так себе что-то тут купить. Плюс мы можем выбить ему легу. То есть это очень даже неплохо. И смотрите... Он мне вчера попросил, меня попросил вчера открыть на его аккаунте сундуки. У него 4 обычных было бокса и один большой. Я говорю, давай я открою, только для начала проведем обряд. Он говорит, какой? Подпишись на канал, и тебе однозначно что-то выпадет. Он не верил, он говорит, так я и так подписан. Я говорю, ну а ты отпишись, еще раз подпишись. Я не знаю, подпишись на инстаграм, может там не подписан, на лайв канал, на холдинг стрим. Вот, и смотрите результат. Я вам клянусь, это не фотошоп, это открывал я сундуки. Я вам клянусь, что это я открывал сундуки. И ему выпал Карл и Пэм. Видно вам, фокус не берется. Ну, я думаю, видно. С последнего сундука, представляете, с большого. Два персонажа подряд. Короче, вы можете проверить то же самое со своим аккаунтом, подписаться сейчас на мой канал и открыть боксы. Просто проверьте, кому выпадет, напишите в комментариях. Я думаю, это работает, подписка, лайк однозначно. Еще... Значит, какие сегодня будут задания Роме? Роме будет задание, короче, сегодня затащить топ-1, не подбирая ни одну банку. Если затащит, я ему покупаю эту акцию и, возможно, даже выбиваю легу. Я могу такую рубрику делать и своими подписчиками. То есть брать у вас аккаунты, давать вам задания, выполняйте их, я вам доначу. Покупаю леги, сундуки какие-то. Ну, короче, если хотите такую рубрику... Ребят, ну для этой рубрики надо дохренища лайков. Прям дохренища. Мой предыдущий видос, где я покупаю весь магазин своему сыну, хотел сказать, брату, набрал 1 000 000 просмотров. Если на этом ролике мы наберем 100 тысяч лайков, эта рубрика продолжится. Потому что одному из моих подписчиков я недавно задонатил 500 баксов, чтобы выбить легу, а одному 300. Итого уже в сумме $800. Это не маленькие такие затраты, но я готов продолжать, если будет фидбэк. Нужны хорошие просмотры, нужен хороший актив, поэтому, ребят, вы решаете, будет эта рубрика или нет. Ставите лайки, актив хороший, продолжаем. В общем, все зависит от вас. Я буду донатить вам, выбирать рандомных людей. Короче, ты готов? Да. Топ-1 катка, топ-1 надо. Для вас покажется это легко, но для Ромы это пипец. Он играет, ну... Короче, посмотрим, получится или нет, ребят. Пау! Так, он взял Поко. Поко у нас на маленьких кубках, но у меня никаких нету к нему ограничений. Берет пусть любой уровень, любого перса, хоть на нуле кубка. У меня самое главное это, чтобы он выполнил челлендж, не подбирал ни одну банку и взял топ-1. А что мне нужно знать про этого перса? Ты видел, у меня тут 12. Ты не знаешь его? Я практически ничего. Опа. Короче, этот персонаж наносит сплэш урон. Вот дистанцию ты видишь. Когда он накопит суперспособность, ульту, он может отхилить себе, я не помню сколько процентов, но до хрена. Фулл хп себе отхиливает, по-моему. Давай, добивай Брока, я думаю, сможешь. Я, если что, если вы понимали, я... Смотри, банку не подбираю. Я, например, за то, чтобы Рома затащил. То есть я как бы болею за него. У меня нет желания, чтобы он проиграл челлендж, и я ему не донатил. То есть я как бы тоже поддерживаю эту идею. Мне хочется ему задонатить. Знаете, такая ломка какая-то, блин. Ну, азарт такой донатить. Ух ты, сколько боксов, и ты не можешь ни один подобрать. Да, не могу, к сожалению. А сделай скриншот. Как там? Просто... А, да, я сделаю сам. Вот это сейчас... Оп, отлично. А, короче... Что я хотел сказать, забыл. Как это? Вот так, да. Короче, я за то, чтобы... банка чуть не подобрал по инерции. Смотри, 3 бойца осталось. Ну, давай. Давай, давай. Где кто? Жестко, жестко, жестко. 9 банок у челика. 10. У меня просто основной аккаунт, я туда не доначу. И аккаунт без доната. Проект. И, короче, так давно не донатил, что прям хочется купить какую-то легендарочку. Мне интересно открывать боксы.
Оп. А, кстати, я сказал, сколько у тебя попыток? У Ромы 5 попыток, 5 каточек. Если он за эти 5 каточек хоть одну сделает топ-1, я ему сразу же покупаю бокс и постараюсь ему выбить Легу. Но ему очень трудно Чё будет. Боится, да? Чё он боится? Зона все меньше и меньше, и, скорее всего, он его не затащит. Борьба за первое место. А ну попробуй затимся, может он тебе отдаст победу. Но это будет нечестно. Отхил. Да нет, это unreal просто. Первая каточка у нас, ну как бы победа для него, но для челленджа это поражение. Осталось 4 попытки. Поехали. Можешь менять персонажа, можешь играть на ком угодно. Для меня это не принципиально. Ну смотри, кем первая катка топ-2, я думаю, можно на этом и попробовать. Ну если у тебя, да, если у тебя есть, ну в принципе да. Тем более, так как у меня мало кубков на нем, то персонажи... Ну, шансов побольше, конечно, на этом. Скилловые. Ты можешь через боксы наносить урон вообще. Но персонаж крутой, очень легко играть на нем. Конечно, тебе тяжело будет. Самое сложное это в конце, когда остаешься один на один с челом, у которого дохерена банок. Все зависит от того, кто этот чел. Ближник... Тоже тяжело, тоже тяжело. Но посмотрим, сейчас если эту катку не затащишь, я могу тебе подсказать, если есть желание, на ком можно сыграть. Я так присмотрю, в принципе. Так, уже 7 осталось. 7 бойцов, да. Искать кого-то, добить. Не, вот это было бы классно, если бы остались мы втроем, там они между собой махались. Да, и ты типа кого-то добил, но это бы идеальный сценарий для победы, конечно, был бы, но... Что я сделал? Да. Этому челу я собираюсь донатить. Я будущее брал у Стас. Где все? Да о, там еще один. Пойди кого-то хоть поищи, так неинтересно, блин. Что ты прячешься? Я... Сражайся, особо... да. О, 8 банок, вот уничтожай. Вот смотри, вот тактика такова. Пока еще не остался один на один, помогай убирать тех людей, у которых много банок, чтобы потом тебе в конце было проще. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Зачем ты... Думал, а ты затимишься хочешь? Ах ты, блин, читер. Да ты тихо. Стой, тихо, стой, хилься, хилься. Тихо. Дамаж и отхил. Не успел. Не успел. Хотя мог отхилиться. Они между собой, короче, затимились. Так я не понимаю, нахер ты пошел на пока вообще, блин? Ты стоял идеально. Ты пошел куда-то на пока. Подсказывай ты... мне. Нет! В смысле подсказывай? Я же тебе сказал, добивай! Тебя тактика такова, тебе надо убивать чела, у которых много банок, пока ты еще не один на один. И ты дамажил эту, Джесси. Че тебя переклинило? Почему ты пошел от нее? Тем более она на тебя даже не агрилась. Убивай, убивай Фрэнка, он не видит, что на него метеорит падает. Только банку не подбери случайно. А то сразу минус катка. Последний удар. Все, отлично. Первого чела убил Рома. Так, это какая третья попытка, да, уже? Или четвертая? Не подходи сильно близко, не подходи сильно близко, она тебя убьет, убьет, ну не... Не убьет она меня, что ладно, ты начинаешь? Ладно. Не, ну до этого просто ты... Подожди. Так, иди в центр. Какая-то садомия. Вот тут, да, потихонечку так подпушивай кусты. Подпушивай грядки. Суперселл, кстати, против... О, тут помогай, помогай, помогай. Ты убьешь, убьешь. Иди, иди, не бойся, она бьет не тебя, видишь, тебе вообще не должно быть по боку. Томас! Да ты просрал момент, надо было добивать Томаса. Сейчас сильно не выходи на нее, она тебя убьет, убьет. Отхил. Все, все, уходи вниз, вниз уходи, она тебя убьет под хилкой. И если ты с ней останешься один на один, это плохо, ты ее не затащишь. Отстреливайся, отстреливайся, че ты? Вот так, да, отстреливайся потихонечку, набиваю ульту. Уходи, уходи, уходи за текстуру, уходи, чтобы тебя не зажали. Вот так, да, все, за текстуру, и Манси, она тебя не догонит никогда. Можешь бегать вечно. Угу. Ты потихонечку так подкоцывай, подкоцывай, набиваю ульту. Вот так, да, подкоцывай, текстуру держи, главное. Тут же кирпич есть, можешь за ним прятаться. Подходи туда ближе к замесу, чтобы если что... О! Не-не-не, не... Ну, лучше добей Пэм, Пэм лучше убей, да, помогай Пэм убивать. Давай, давай, 20 хп, давай! Ты сделала это, охренеть, я уже думал без шансов. А ну, давай я попробую сейчас на твоем... Да шо, мне теперь... Мне на самом деле выгоднее было бы, чтобы ты проиграл. Но он это сделал. Я хочу сейчас попробовать, я задоначу ему, я возьму... Кто у тебя больше всего трофеев? Шелли. Ее прокачать можно? А, нету золота. Я попробую на твоем аккаунте взять топ-1 на самом, ну, самый мощный, который перс у тебя тут есть, на высоких кубках, и взять топ-1, попробовать. Конечно, это для Шелли плохая карта,
Капец у тебя после... Просто смотри, как потный такой круг, невозможно потная играть. Карта. Я, наверное, вот так вот переверну планшет, потому что на той стороне у тебя... Бля, руки потеют, жесть. Да, это, ну, у меня проблема. Так у Никиты тоже, он когда мышку берет в руки, у него просто руки потеют жестко. Не, ну я тимиться не хочу, это... Ой, что это с ультой было только что? Куда нам мало выстрелить? Ящиков рядом не было, что это за автоатака такая? Ну тут давно играют. Блин, ну я тут на ближнике на самом деле могу челлендж завалить, потому что случайно могу подобрать банку. Мне просто реально только в ближней дистанции атаковать, и я могу тупо случайно подобрать ее. Понял, ник моего персонажа — это такая беспалевная реклама моего канала. Ага. У Ромы есть канал, Роман Медведь Плей, можете загуглить. Ссылки в описании не будет. Так. Не, ну я могу этого, но я боюсь, что я банку подберу. Мне надо, чтобы уже остался один на один. Так подожди, убить его. Она же ульта его откидывает. Откидывает, но... Недалеко. Так, кто там осталось? Шелли 6 банок. Значит, надо сейчас ее убивать. Бля, она уже с ультой. Ты тоже. Ну, я тоже, но 6 банок против нуля. В туман, но если получится, конечно. Так. Если бы на нее метеорит сейчас сагрился, было бы... Есть. Ой-ой-ой. Так. Тупо запулил его туда. Но это было изи. Это было очень легко. Ну, блин, кубки невысокие. Ладно. Рома заслужил донат. У нас была договоренность. Теперь надо, чтобы мы выбили Легу. Но для этого надо помощь. А ну, расскажи, как вот мы вчера выбили эти два перса, что... Ну как, я зашел. Я такой смотрю, у меня там кубков 5, по-моему, было. Да, 4. Нет, 3, 4 кубка было. Один большой, 3 маленьких. Я кубка говорю... или да. Ящик? А, ящиков. О. Я говорю, Вань, давай своей счастливой рукой, типа, открой. Откроешь? Меня, вдруг что-то выпадет. У меня уже давно персонажи не падали. Смотрите, все. Ай-яй-яй. 360 геймов. Ребята, тупо Роме Лего выпадет, если вы подпишетесь. Поехали. 5. Надо, чтобы было 6 предметов, понял? Чтоб новый бравлер выпал. Так. Следующий. А сколько там всего? 4 бокса, да? Да, что-то такое. И 6! М-м-м. Давай, ты пока не подпишешься, ни тебе, ни нам Лего не выпадет. Я сейчас вообще выйду, отпишусь от тебя. А ну давай, попробуй, отпишись, подпишись. Сделай ты, если... Вот они не верят, сделай ты это. Так. Отписаться, подписаться. Давай, я открываю сундук. Сейчас. Так. Давай. Да, подписывайся, давай. Подписаться. Ой, я не могу на это смотреть. Подписывайся. Так, все. И колокольчик. Это важно. Так, это важно. А ну тихо, проверяем. Сейчас, секундочку. Наверное, со следующего, просто этот уже был заряжен. Последний. Оп! 5 предметов. Ну еще можно. Срака ты такая! Можно еще за гейм. О, еще один! 5. Смотри. 6! На, просто! Так, Василий Петрович. И Петро Васильевич, подписывайся на канал срочно в этот момент. Любой, проверьте, у всех, у кого сейчас не оформлена подписка, подписывайтесь. Как ты думаешь, что там будет? Я думаю, что эпик какой-то. Я хочу, ну вот, я бы хотел Мортиса, вот, не знаю. Поехали. Ну, может и Лего, я не знаю. Если сейчас все подпишутся, выпадет Лего, это возможно. Готов? Да. Нет. Мортис! Тайминг. Тайминг. Ты как? Он загадал Мортис, он ему выпал. Это все ты, что ты подписался только что на канал. Я тебя поздравляю. Он хотел Мортис, он получил его. Но у нас еще гемы есть, я думаю, что мы можем их потратить. Потому что еще можем что-то выбить интересное. Поехали. Блин, крутая рубрика, ребята. Блядь, 100 тысяч лайков, что вы гоните? Наберите, вы можете. Ну будем вот так вот развлекаться, круто же. Мои деньги, общий интерес. Блин, как же круто так открывать, блин. Вот это тайминг словил я, да? Что, будем большие или мега-ящики? Ну, как ты думаешь? Ну, да давай мега-ящики. Да мега-ящики, я их, кстати, никогда в жизни еще не открывал, поэтому. Так, что у нас это? Так. Чуть не задонатил ему еще. Так. Оп. И последний. Нет, не последний. Нет, последний. Нет, ну это последний, потом еще. Ничего не выпало. Да ну тебе мифик выпал, конечно. А какой шанс на Легу?
Да, шанс на Лего вообще ужасный. Два еще больших ящика. Оп-оп-оп. Братцы, подписывайтесь. Сейчас вот последний ящик. Я уверен, что с него что-то выпадет. А ну. Да, три предмета. Смотри. Оп, ничего. Так, ну все, в принципе, мы... Неплохо, неплохо. У тебя теперь мифик есть. Первый. Первый. И у тебя может быть и мифик первый, и лего первое, и эпик первый. Все что угодно, совершенно бесплатно. Вот это все может произойти на твоем аккаунте. Главное поддержать рубрику, подписаться на канал и ждать. Ждать я буду каким-то... А, смотри, у нас еще есть сундук. Да, еще можно обычное подкрывать. Я же тебе еще оставил. Не, еще а, еще там, эти четыре штучки. Нифига, нифига у нас тут контент. Так. Эть. Все. Ну ничего, нормально, выбили много. Куда ты потратишь? Мортиса. В общем, ребят, подписывайтесь, если хотите так же. Ставьте лайки и ждите новые выпуски. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока. Давайте 5. Где мой переход?